Всем привет! Всем привет! В общем, ребята, сегодня мы для вас будем снимать очень крутое видео, мокрые шутки. Как вы знаете, мы должны набрать в рот воды, и Аня нам будет сегодня читать шутки, а мы будем плевать друг другу в лицо с Дариной. Ну, очень класс. Я лучше вяжу хвостик сейчас. Я просто запрячу волосы за это. В общем, не очень хочется, чтобы на меня кто-то плевал, правда? Да, мне тоже как бы не хочется. Ладно, я наберу уже. У нас с собой есть тазики, полотенце, но чтобы мы не обливали здесь все. Ну, в общем, и Аня нам будет читать. Мы уже только что начинали снимать это видео, но что-то пошло не так. Да, ну то есть я начала захлебываться. В общем, давай. Что? Набирай воду. Такая я что делаю? Давай, слепая чешу. Закрывайте бутылку. Начинаем. Так, что видит оптимист, когда приходит в кладбище? Одни плюсы. Сейчас мы... Такие шуточки, ну... У меня утонула собака. Можно ее теперь назвать бульдогом? Кто-то дал пошаговую инструкцию безногому. Приятного аппетита, девочки. Теперь не советую смотреть это видео, если вы кушаете или... Да. У меня что-то уже мокрое. Так, ну что, а ты мне плюнула прямо в лицо. Ну что, давай. Так, давай. Значит, у нас с тобой 1-1. Да. Кого будет больше, ты проиграл. Бутылку закрывай. Тихо. Да ну, девочки, аккуратней. Ты куда плюнула? Ты дура была. Давайте быстрее набирайте. Я как будто унесёт. Дальше. Пожалуйста, ты меня плюёшь постоянно. Плюйте в тазик, не на друг друга. А потом хату ты мне будешь удаивать, отвечаю. Так, всё? Мальчик раскачивался на табуретке, упал и сломал все 6 ножек. Я боюсь прыгать, а вдруг парашют не раскроется? Еще никто никогда не жаловался, что у него не раскрылся парашют. Я прям плюнула в рот. Дай, я быстро. Куда я тебе плюнула? Сначала в глаза, потом что в рот. Да, я только что тоже такая... И прям в рот. А ты все только на начале фонтанчика. Давай набираем рот. Никогда. Держи. Сейчас, секунду. В чем отличие ребенка от температуры? Ребенка легче сбить. Так, секундочку. Охранник морга умер, но все равно приехал на работу. Тихо, это нельзя показывать. Все, набирай быстрее воды, потому что... И у тебя два. Да. Мужик переходил дорогу на красный, попал на белый. Так, секундочку. Что это, желтый или не умеет плавать? Школьный автобус полный детей. Так, теперь у нас 3-3, да? Ребята, это сложно. Просто здесь очень сильно шутки такие, ну, прям вообще. И я не могу, ну... Угу.
Мой друг попал под машину. Я перестал с ним дружить. Ведь друзья на дороге не валяются. Жутко смешная ситуация, страшная. В семье каннибалов умер ребенок. Грустно, но вкусно. Сидели два каннибала в баре. Двое выпили, один закусил. Четыре. Аккуратно. Простите, девочки, но я не могу так шутить. Ань, просто читай шутки. Если я прочитаю шутку. Ну вот так. Читать ее нужно. Подожди, дай рот об этом беру. Мой друг ездил на дачу копать картошку. Он включил песню, обстановку по кайфу, но не знал, что рядом проходят похороны. Ураган прошелся по дому престарелых. Как говорится, бабки на ветер. У меня 6 сегодня. Ой, удали на 5. У меня 6. Так. Привет, Сири. Можешь больше не шутить насчет инвалидов. Сири, ой, извините, нету интернета, а я без него как без рук. Не смешно? Ну ладно. Татьяна так боялась прыгнуть с парашютом, что прыгнула без него. Инвалид купил себе коляску, потому что не смог перед ней устоять. Почему инвалид не смог собрать шкаф? Потому что там инструкция пошаговая. Блин, почему у меня вода идет вверх? Держи ящик. Но... Сундук. Была в селе собака по кличке Новость. Нашла собаку-бомбу, и эта новость разлетелась по всему селу. Угу.
Зашли два негра в черную комнату и потеряли друг друга. В общем, ребят, на этом этапе мы будем заканчивать. Потому что... Да, ой, подождите, это вообще последняя шутка, мы зарядим сейчас засмеяться. У Вала ребенок по имени Филя. Был Филя, стал Филя. Филя. Поняла, типа... Филя стал Филя. В общем, ребята, я выиграла, получается. С небольшим... Ну, потому что ты засмеялась тогда два раза, я не смеялась. Я даю... 5 шалбаров. Раз, два, три, четыре, пять и три лича. В общем, ребята, если вам... А ты макаешься. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, потому что мы очень старались. И если вы хотите предложение, обязательно нам это напишите, потому что... Это было жестко. И очень мокро. Да, поэтому мы вас любим всем. Пока!